В здоровом теле здоровый дух. Девиз, который вдохновляет людей любого возраста играть в футбол. В пятый раз в Ленинском городском округе прошло награждение победителей зимнего первенства по футболу. Первое место среди детских команд 2013 и 2014 годов рождения заняли воспитанники спортивной школы из Бронниц. Второе и третье место разделили «Олимп» Володарка и «СФА» Домодедово. Сегодня мы наградили самых маленьких спортсменов, наградили самых, так скажем, асов нашего футбола. И мы хотим пожелать нашим юным спортсменам всегда двигаться вперед. Трудиться – это очень колоссальный труд. Получать вдохновение и всегда побеждать. Занимаюсь футболом с 6 лет. Играю в команде СФА Домодедово. А футбол для меня, значит, это то, что этот спорт для меня навсегда. На пьедестале среди участников 2015 и 2016 годов рождения команды Домодедово заняли третье и второе место, а видное развитие – абсолютные победители. Среди взрослых любительских команд все призовые места заняли видновчане. Первое и второе место – «Суринам» и «Суринам-2». Бронзу получила команда «Винатра Мечта». «Суринам» – это команда друзей, это ребята, которым 30+, как правило, но есть ребята, которые поигравшие уже в том числе. Ну, мы из дворовой секции решили вот выступать. И два раза в неделю мы тренируемся. Если есть возможность, то и где-то третий раз добавляем. А так, на базе школы номер 2 города Видного, на улице мы тренируемся благодаря Роганову Кириллу Петровичу. То есть этот человек нам дает базу и платформу для того, чтобы мы занимались. Конечно, это приятно получать награду лучшего игрока. Футбол для меня это, можно сказать, неотъемлемая часть моей жизни. Сам учусь в спортивном институте. И в детстве играл на достаточно серьезном уровне, поэтому футбол для меня все. Медалями, кубками и дипломами были награждены не только игроки, но и тренеры команд. Любовь к этому виду спорта, к футболу спасает. Поэтому я не скажу, что трудным, я больше скажу, что интересно. Это потому что я занимаюсь своим любимым делом. Поэтому и с детьми, да, может быть трудно иногда, но больше всего интересно. Для дальнейших побед спортсменам и их наставникам предстоит немало работы. Впереди лето, время усиленных тренировок и новых соревнований. Юлия Антонова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.